доброе утро, уважаемые петербуржцы. Илья, ни в коем случае зонтик сегодня с собой брать не следует. О погоде в Санкт-Петербурге прямо сейчас. Прелестное, очень спокойное зимнее питерское утро. Но как-то стал ощутимее западный ветерок. Но все по порядку, начнем со стихов. Федор Иванович Тютчев. О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. А в Петербурге минус 4 с небольшим градуса мороза. Ну, конечно, минус, значит, мороза. А днем температура воздуха в Петербурге составит 5-7 градусов мороза. Атмосферное давление составляет 750 миллиметров ртутного столба, и днем будет меняться мало. Относительная влажность воздуха 80%, ветер с утра западный, к вечеру юго-восточный, 3-6 метров в секунду, как-то стал ощутимее. Конечно, одеться следует сегодня по-зимнему, и не кутаясь, но по-зимнему, и перчатки обязательно захватите с собой, и все у вас будет просто великолепно. Днем в Петербурге пасмурно, и, возможен небольшой снег. Солнце в Петербурге взойдет в 10 часов 41 минуту, совсем уже скоро. А самая жаркая погода в этот день плюс 9 градусов была в 1953 году. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Думайте только о хорошем и до завтра. Пока!